матчи с Ислачью даются непросто. Это в том году, когда Ислач захотел с нами сыграть немножко смело, то тогда у нас хороший матч получился, мы так уверенно. То есть в плане забитых мячей победили. Вот. А так все матчи всегда проходят в такой борьбе. Я это знал, ребята готовились. Вот. Я доволен ребятами, доволен командой. Знал, в каких непростых условиях играли. Победили, победили заслуженно, потому что мы создали больше моментов. Больше ничего сказать. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Представляйтесь. У тебя, наверное, прерогатива, да, когда ты всегда первый? Кто всегда впереди? Я, конечно, впереди планеты всей. Гагарин. Сегодня дебютировали Рошин, Шитов, как он играл? Ну, это, во-первых, уже опытные футболисты. И они вышли, понятно, что они еще не готовы на всю игру. Ну, уровень виден. От невооруженных взглядов. Спокойствие, все. И я уверен, что это уже усиление, могу сказать. Спасибо. Что-то я, видно, не так сказал. Можете объяснить замену Быкова на Соловья? Замену Быкова на Соловья? Да, Соловей ушел вместо Быкова. Правильно. Ну, во-первых, нам надо добавить было скорости именно в атаке. Вот. А Урош опустил вниз, если вы заметили, чтобы он именно оттуда мог находить вот эти передачи. Я уже увидел, что появилось пространство за спиной у игроков Ислачи, поэтому я хотел добавить скорости. Вот. После того, как мы забили мяч, понятно, мне надо было уже удерживать результат, поэтому я сделал рокировку. Вместо Вовы Хвощинского вышел Гуренко, который в опорный, чтобы больше сыграл где-то, помог в обороне, где-то мог придержать мяч, поэтому я считаю, замены все были обоснованы и адекватны. Спасибо. Еще вопросы? Горбачев, Сергей Витальевич, вы что же сегодня весь матч провел, а Трибутич даже не заявлен. Это чисто... Ну, с документами нужно что-то? Нет, там просто произошел маленький такой, слово косяк, да, можно сказать, проблемка, что чисто по-технически мы не успели. Я очень рассчитывал сегодня тоже на Трибутича, потому что вы видели, мы без опорников сегодня были. Вот, и ничего, справились. Когда до этого команды существует 20 игроков, что любой должен выйти, на любой позиции сыграть. Ко второму раунду будет там, да? Да. Спасибо. Ну, давайте еще по одному. Сороки потеряли. Это только время покажет. Я же не Нострадамус себе сразу, через 2 дня уже ответы давай. Спасибо, Майдер. Шито выпустили на замену ближе к концу встречи. Это было вызвано тем, что у вас того большой объем работы сделал? Или его нужно было адаптироваться к команде? Нет, во-первых, я знаю, что Шитов еще на 100% однозначно не готов. Вот. Я его где-то планировал 15-20, как будет складываться ситуация, плюс я рассчитываю на его опыт. Во-вторых, мне нужны были уже в конце игры ростовые данные, то есть артропометрия нужна была, поэтому я считаю, все правильно сделали. Он хорошо вышел, надо где надо, придержал мяч, надо выиграл единоборство. Ну, тут что тут говорить, опыт. Я думаю, что тоже будешь с каждым годом все опытнее, опытнее, опытнее. Дождусь и я только этого. Дождусь. Да, дождусь.